Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня Castle Clash 2 New Dawn, и я получил сегодня, я не знаю каким образом, но обалденнейшие плюхи. Сейчас мы их получим. Я вам их покажу. В общем, это все дело находится в почте. Кстати, что-то там на форуме пишут. Надо почитать. А, понятно, ничего интересного. Так, вот почта. Я, честно говоря, офигел. Ну, VIP. Вот сегодня я получил вот эту вот темку Lord Conquest Rewards. Это за награды на мировой карте. Я взял там топ-1, соответственно, дали 2 косамов плюс по 200 плюшек. Неплохо. Потом пас ежедневный. 14 дней награда пришла. И вот посмотрите, ребят. System Gift 2 дня назад 15к самов. Откуда, я не знаю. Еще 8. Я не знаю, что это такое. Но что-то мне презентовали, в общем. В общем, спасибо, IGG. Все как всегда. Админ панелька тащит, ребят. Я не знаю, за что эти плюхи. Но за что-то они нам пришли. Все остальное, все, я уже забирал вроде. То есть вот так вот, такие вот плюшечки. Так. Гоблины разные. Смотрите больше YouTube, YouTube. Ничего не понятно. В общем, ладно. Ну, я говорю, я просто, честно говоря, в шоке. Подогнали и самоцветом. Не знаю, правда, за что, но спасибо. Спасибо, спасибо. Все как обычно. Так, у нас 31 ключик. Сейчас пойдем пооткрываем. Прокачаем нашу имбушку. Так, опыт. Заюзали. Поехали. Поднимем еще немножко силы на аккаунте. Вот она, наша новая героиня. Кстати, она очень обалденно замораживает. Мне она понравилась. Нереально крутой герой. Тоже буду ее качать в основу. Сейчас немножко здесь силушку поднимем. Смотрите, как отлично идет. Так вот до пятой звезды. Так, 30 уровень у нас есть. Не, нету еще. Чуть-чуть не хватает, да? Да, чуть-чуть нам не хватило. Нормально так силы прибавили. Плюс 3 царик почти. Так. Сейчас я попробую на подземочках. Что-то они ключат в последнее время. Не дает проходить. Так, отлично. Думаю, нам должно хватить.
Так, отлично. И делаем эволюцию. Следующие 50 надо. Вот так вот. Ну, блин, герой тоже обалденный. Надо качать. Так, окей, поехали, пооткрываем плюшки. Я ничего так не снимаю в последнее время вам. Я уже так далековато дошел. Тут пока ничего такого нового интересного нет. Надо будет заняться волнами. Так, дупликейт. Отлично. Видите, новых героев пока нереально достать. Там донатные и остальные, пока их либо не добавили еще осколки даже, наверное, скорее всего. Так, по одному сейчас пооткрываем. 29к. Я уже жду, когда откроется следующий фарм. Как видите, ну реально, на мировой карте можно нормально. Ну, конечно, опять же, с донатом. Ну и бездонатные ребята тоже нормально там себя чувствуют. Главное правильно прокачать героев и собрать гарнизон. Эти 2к самов тоже. Ну, там будут только донаты сидеть в топе, потому что это без донатом очень печально все собрать, к сожалению. Так, отлично. Зачем я покупал его, не знаю. Поехали. Поехали в Алтай. Так, кого мы докачиваем? Сейчас мы качаем сейчас Тора. До 50 уровня тоже. Делаем ему апгрейдик. Так, и поехали по героям еще посмотрим сейчас. Некоторых можно еще доулучшить. Так, апгрейдик здесь сделали. Друидиком можно улучшить, отлично. Ну, это самое проблемное, это перевод на 10-ю звезду, но оно самое выгодное в плане силы, то есть очень много. Прибавки дает по статам, по всему, как видите. No sources by packs. Ну вот так вот. Это будет у нас донатная хрень. Видите, только за by packs. То есть тыковка будет у меня следующая. Следующий донатный герой, скажем так. На 11 пассе. Короче, жестко, блин. Я что-то сижу, думаю, за что они столько самых подкинули. Просто так. Просто так по-братски, наверное. Такс. Давайте сбегаем на аренку. Вот я на аренку уже давно не бегал. Поищем какого-то опять админчика. Ну, здесь они ботов подобавляли, блин. Таких ботов, которых, ну, нереально слить. У меня планшет притормаживает на арене. Не знаю, вот, кстати, напишите в комментах, у кого тоже тормозит на арене. Я не знаю, что делать. У меня планшет просто тупо подвисает. Чем это связано, непонятно. Вроде и не требовательная графика, но какая-то печаль. Вот видите, какие у меня противники. Это боты, они появляются там после 10 секунды. Шанс его словить и шанс слива очень хороший. Так, мы сейчас сделаем вот так. Сольемся, ребятушки. Вангую сольемся. 60-е левела. Это жесть. Там уже прокачки такие, что просто unreal какой-то.
Но тут хотя бы еще так не притормаживает, это хоть радует. Давай, юзайся. Отби. Вот с отби шапка реально тащат. Реально одни из самых таких, знаете, обалденных героев. Так, у нас по гарнизону уже. Давай его грома тащи. Красавчик. Ну ничего, затащили, смотрите. Я думал, что не затащим. Но мы тащим, видите, когда подвисает. Ну и все, шапочка. Настало твое время. Блин, вот шапка реально самая обалденная по дамагу. Я не знаю, пока я не видел еще героя, который реально бы настолько был обалденным в этой локации, да и во всех, и на фармах, и на всех локациях. Что там нам, 1014 дадут? Я говорю, 1014. Это слабенький противник был. 15. 15 монеток дали. Сейчас сольем их. Ну, на арене надо брать, потому что тут на арене реально топ-1. А, плюхи очень обалденные будут. 10 тысяч. Даже третье, четвертое, пятое, по десятое место. Награда очень приличная. Давайте еще разок. Попробуем кого-то найти, вжарить, если повезет. Вы, кстати, у себя тоже проверьте почту, потому что многие точно так же, как и я, почту практически не заходят. А там могут быть реально топовые плюхи. Эх, Джимми, Джимми, ача-ача. Сейчас, мне кажется, меня просто жестко вставят. По самые помидоры. Бей Минотавр! Так, вот у меня минус. Сейчас, блин, если шапка моя не жахнет первая, это будет жестко. Чик! Ебой! Теперь надо как-то дальше выровняться. Так. Ну, вроде тащим. Тьфу-тьфу. Или нет? Блин, сейчас шапку могут вжарить. Нет, зарядится. В принципе, должна успеть ударить. Отлично. Или не очень. Отлично. Огонь, ребятушки. Значит, затащим. Затащили. Плюс 14. Ну чё, еще один бой затащить, ребят. Выйдем в топ-1. Саня Буш. Спасибо, Саня Буш. Я надеюсь, за тебя дадут Качей 7. Да, куда? Вот жесткий противник. 36-е левела.
Yo, this a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud. Так, с юнитами его мы разобрались. Сейчас Абди включит нам щиток, друидик, и шапочка сжахнет всех. Дело почти в шляпе. Ну, еще разок не успел, к сожалению. Вот эти прикольные юниты мне нравятся. Ну, как-то так, наверное, штучки 3 дадут за него, не больше. 4 дали, вот так вот даже. Ну, давайте попробуем. Возьмем топ-1. Сейчас бы на него еще разок попасть, было бы неплохо. Сейчас здесь такого противника опять Джимми дала. Сольемся обратно назад. Посмотрите, совсем другие герои, чем до этого был. Боты тащат, ребят. И меня он жахнет, наверное, по полной. Шапка, ну давай, включайся. Ай, Сабди! Да, блин, обидно. Вся надежда, ребят, на шапку. Но ее, скорее всего, сейчас тут просто жестко ушатают. Бум! Блин! Шансы есть. Шансы еще у нас есть. Невелики, правда, но есть. Если сейчас салка не включится, то мы затащим ее. Ебой. Просто изи. Вот так вот взяли мы топчик 1 на арене. Пишите комменты, ставьте лайки. Посмотрим, что по плюшкам. Буду дальше пробовать еще бегать. Немножко, как видите, героя я подкачал. Но надо больше заняться прокачкой героев. Надо в рейды бегать. Там плюхи дают хорошие для прокачки. Ух. Блять, люблю вас, блять. Минус 18, вот так вот. Вот это называется, иди и бери топ-1, блин. Вот что на это сказать? Просто жесть. Да. Все, что набили, короче, слили обратно. Где там арена наша? Оно так не хочет обновлять. Ну это пипец, короче. 5780. Ладно. Всем удачи, всем пока.